В магазине все спокойно, но только покупатель кладет колбасу не в корзину, а себе во внутренний карман куртки. А дальше все развивалось стремительно. Охранник сделал ему замечание, но гражданин, угрожая ножом, покинул магазин. Преступление удалось раскрыть благодаря своевременному обращению в полицию. Была изъята запись с камер видеонаблюдения, и уже через час нарядом патрульно-постовой службы данный гражданин был задержан. Им оказался 45-летний житель соседнего региона, ранее неоднократно судимый, так как мужчина находился в состоянии опьянения, свои действия объяснить не смог. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.